Работы сделано достаточно много, мы видим положительную динамику, но при этом сегодня, конечно, мы отметили, что есть над чем работать, показатели позитивные, но скромные, скромно позитивные, поэтому сегодня надо пользоваться в хорошем смысле этого слова позиции государства, позиции правительства Российской Федерации, тем трендом, который задал президент Российской Федерации, и повышать динамику развития. Это прежде всего повысить уровень финансовой поддержки для сельхозтоваропроизводителей Тверской области. Это более, наверное, ближе часто общаться с производителями на территории, потому что мы видим, что коронавирусная инфекция отступает, и мы понимаем, что в том числе сейчас активно еще движется прививочная кампания, поэтому сельское хозяйство дистанционно, это очень сложно. Я уверен, что мои коллеги и главы муниципальных образований будут лично, что называется, ногами отрабатывать территорию, ездить, и я сам вместе со своими коллегами тоже приму в этом самое активное участие, потому что погода позволяет, позиция государства не изменилась, поддержка есть, и надо просто самим активнее заниматься этой работой.